О его мужестве пишут стихи и слагают песни. Герой России Магомед Нурбагандов погиб, но даже перед лицом смерти исполнил свой долг. Будучи безоружным и связанным, превратил в оружие слово. Он ушел не сломленным. Не испугавшись вооруженного врага, он отказался говорить под диктовку и даже перед дулом автомата остался верен присяге. Его последняя фраза «Работайте, братья!» стала крылатой. Скажи, скажи этим, а ты их скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Работайте, братья. Обессмертившие имя героя слова стали достоянием общественности после задержания преступников. Террористы требовали, чтобы он призвал коллег увольняться из правоохранительных органов. Понимая, что стоит выбор между жизнью и смертью, лейтенант остался верен долгу и самому себе. «Работайте, братья!» Эти слова после гибели Магомеда стали широко известны как призыв ко всем сплотиться и противодействовать бандитам. Это прежде всего дань памяти нашего героя, нашего Магомеда, который, смотря смерти в глаза, произнес вот эти, ставшие девизом сотрудников, знаменитые слова «Работайте, братья». Возложить цветы к мемориалу в честь героя пришли сотрудники Росгвардии, юнармейцы и представители общественных организаций. Все вспоминали Магомеда с искренностью и теплотой. Они отмечали его храбрость и решимость, с которыми он принял свою смерть. Произнесенная героем фраза была прежде всего адресована сотрудникам органов внутренних дел и потому стала их девизом. Действительно, сегодня четвертая годовщина смерти нашего земляка, нашего близкого нам человека, Магомеда Нурбагандова, чьи последние слова стали бессмертными, как и он и его подвиг. И действительно, это та гордость Дагестана, которая, я думаю, должна передаваться из поколения в поколение, потому что на примере таких ребят мы должны подрастающее поколение воспитывать. В этот же день сотрудники Минмолодежи раздали сотни наклеек с цитатой Магомеда Нурбагандова. Росгвардейцы клеили этикетки со словами «призывом на служебные автомобили», многие наличные. Ребята говорят, что сохранение памяти о его подвиге – это гражданский долг каждого дагестанца. На примере Магомеда Нурбагандова мы воспитываем молодежь в духе патриотизма. В честь него проводятся различные соревнования, патриотические акции и мероприятия. Я уверен, что Магомед Нурбагандов, произнося это слово, он остался верен своей присяге, верен своему долгу, как сотрудник полиции. Главная цель мероприятия – дать понять дагестанцам, что место подвигу есть даже в мирной жизни. В завершение состоялось возложение цветов к мемориальной доске, после чего память Героя России почтили минутой молчания. Зумруд Гамидова, Амина Джаватханова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.